Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Вас приветствует город Кривой Рог. Мы с вами находимся на матче команд Украинской баскетбольной суперлиги, где криворусский Кривбас Баскет принимает баскетбольный клуб Днепр Азот. Команды расположились на следующих местах в турнирной таблице. Наши гости, баскетбольный клуб Днепро Азот, занимает 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 побед и 20 поражений. Кривбас Баскет 11 место, 13 побед и 21 поражение. И в случае сегодняшней победы наши гости могут подняться на несколько ступенек выше. Поэтому Днепропетровское дерби обещает быть сегодня очень напряженным. И многое будет зависеть от того, как проявят себя команды в защите в основном. И, естественно, насколько результативны будут игроки обеих команд. Прослушайте, пожалуйста, составы играющих сегодня команд. Наши гости, баскетбольный клуб Днепро Азот. Номер 4 Владимир Гуртовой. Номер 6 Александр Панченко. Номер 7 Алексей Чигринов. Номер 15 Сэм Мелдроу. Номер 17 Александр Тищенко. Номер 20 Ярослав Кадыгроб. Номер 21 Игорь Сильковский. Номер 22 капитан команды Максим Балашов. Номер 23 Дэвид Вивер. Номер 24 Рональд Дэвис. Номер 45 Эрик Денефорд. Тренер команды Аудрюс Прокурайтис. Баскетбольный клуб Кривбас Баскет. Номер 6 Дариус Адамс. Номер 8 Вадим Мякинин. Номер 10 Виктор Кондратовец. Номер 11 Владимир Конев. Номер 13 Артур Хачатурян. Номер 14 Герберт Поу. Номер 15 – капитан команды Дмитрий Кораблев. Номер 20 – Илья Коротков. Номер 22 – Винсон Фрейзер. Номер 24 – Лазар Трифунович. Номер 23 – Вячеслав Череповский. Номер 26 – Валерий Анисимов. Тренер команды – Карлис Мужниц. Президент баскетбольного клуба «Кривбас Баскет» Анатолий Буряк. Сегодняшний матч обслуживают старший судья, судья ФИБА Владислав Исаченко. Судьи: Сергей Николащенко, национальная категория, город Херсон, и Виктор Бажинар, город Киев, судья ФИБА. Технический комиссар матча Юрий Соболев, также представитель столицы Украины. Через несколько секунд команды выйдут на паркет. И мы с вами станем свидетелями увлекательного баскетбола. Наверное, ни для кого не секрет, что Кривой Рог имеет особый статус города, где болельщики всегда посещают баскетбол и очень преданы и верны своей команде. Итак, у команды Кривбас Баскет на площадке Адамс, Конев, Кораблев, Винсон Фрейзер и 14 номер Герберт Поуп. У наших гостей 15 номер Мелдроу, Дэвис 24, Вивер 23, Балашов 22 и 45 номер Эрик Денефорд. Четыре легионера у команды Днепро Азот. Владислав Исаченко подбрасывает мяч. Мячом овладевают баскетболисты в красной форме. Днепро Азот с мячом. Девенфорд с мячом. Дэвис. Заслон. Двухочковая попытка не точно. Герберт Поуп.
на съеме. И Адамс начинает атаку. Кривбас баскет. Зонную защиту применяют баскетболисты Днепро. Азота, Конев, Кораблев. Вновь Конев, Адамс. Двухочковая попытка Адамса. Точна. 2-0. Впереди хозяева, баскетболисты Кривбас баскет. Балашов. Милдроу. Девенфорд. Милдроу. 2 очка. 2-2. И вновь зонная защита. 2-1-2 в исполнении. Владимир Конев. 2 очка. Не сказал бы я, уважаемые любители баскетбола, что зонная защита приносит какие-то определенные трудности баскетболистам из Кривого Рога. А вот потеря. Эрик Девенфорд выполнил неточную передачу на Максима Балашова. И вот уже лично защищаются баскетболисты Днепро Азот. Максим Балашов выбивает мяч за лицевую линию. 14 секунд владеть мячом осталось баскетболистам из Кривого Рога. Адамс, Поуп, вновь Адамс. Идет в проход. 2 очка. Очень быстро ушел с места Дариус Адамс. И счет становится 6-2. Девенфорд. Против него Фрейзер. Дмитрий Кораблев. Балашов. Занимает позицию 23 номер Дэвид Вивер. И Герберт Поуп нарушает правила, отталкивая его рукой. Владислав Исаченко фиксирует фол. Это первое командное замечание у Криворожан и первое у Герберта Поуба. Балашов с мячом. Вивер. Ногой останавливает передачу Герберт Поуб. И вновь 14 секунд владения у днепродзержинцев. Мелдроу с мячом. Перехватывает мяч Дмитрий Кораблев. Адамс бежит вперед. Отдает передачу на Винсон Фрейзера. Не точен бросок в исполнении. Трехочковый бросок, кстати, выполнял Винсон Фрейзер. Девенфорд. Против него Кораблев. Идет проход. Не точен бросок. Поуп на... Вновь Поуп на подборе. Быстрый прорыв. Не сумел Владимир Конев поймать этот мяч. 7-0-7 до окончания первой четверти. Девенфорд начинает атаку. Мелдроу. Вивер. Вновь Девенфорд. 24 номер. Трехочковая попытка не точно. Дмитрий Кораблев подбирает этот мяч. И от Адамса мяч уходит за боковую линию. Мелдроу. Девенфорд. Забегание делает Балашов. Заслон. 2 очка 45 номера Эрика Девенфорта. И счет у нас становится 6-4. Поуп с мячом пытается продавить своего оппонента. Владимир Конев. Не точно. Вновь на подборе Владимир Конев. Персональное замечание 15-му номеру Сэм Мелдроу. Первое персональное замечание у Мелдроу. Владимир Конев пробивает два штрафных броска.
Первый бросок не точен. Семь четыре. Фрейзер прессингует Девенпорта. Заслон. Очень жесткий заслон поставили сейчас баскетболисты. А вот Адамс обокрал Балашова и двумя руками сверху. 9-4. Наведение отобрал мяч Дариус Адамс у Балашова. Два очка, два очка. 22 номер Максим Балашов. 9-6. Реабилитировался Максим. Поуп. Адамс. Три очка. 12-6. Пять минут осталось до окончания первой четверти. 12-6. Впереди Кривбас Баскет. Фол в нападении. Фиксирует Виктор Бажинар. 23 номер. Дэвид Вивер. Все время он нарушает правила. Неправильная постановка заслона. Толкает он игрока, который попадает на заслон. А вот Адамс ошибку какую совершил. Остановил ведение. Не имеет права первый номер останавливать ведение. Владимир Коня. Дмитрий Кораблев. Герберт Поуп. Персональное замечание. И это 23 номер. Дэвид Вивер. Это второе персональное замечание Дэвида. Один мяч сбоку. Три командных замечания у Днепродзержинцев. Владимир Коня. Трехочковая попытка. Да. 15-6. 15-6, впереди Кривбас Баскет. Несколько неожиданный результат, хочу я вам сказать честно. Балашов с мячом. Посмотрите, какая борьба идет. А вот сейчас прозевали того же Вивера. И счет сократился. Поспешил с броском Фрейзер. 15-8. 24 номер Дэвис с мячом. От счета 15 номер Мелдроу. И счет у нас становится 15-11. Вот вам и баскетбол. Два трехочковых броска и разрыв в счете сократился практически до минимума. Адамс идет проход. Персональное замечание 23-му номеру. Третье замечание у Дэвида Вивера. И замена. Вместо него на площадку выходит Владимир Гуртовой, ветеран украинского баскетбола. Четыре командных фола у Днепро Азота. Дариус Адамс. Первый бросок точен. И второй бросок точен. 17-11. Впереди Кривбас Баскет. 3:30 до окончания четверти. 17-11. Девенпорт. Персональное замечание Фрейзеру. Закрыл он боковую линию. Тут же ее открыл. Девенпорт сделал опять движение. И ничего не оставалось делать Фрейзеру, как только нарушить правила. Мелдроу. Владимир Коня. Адамс. Теряет мяч. Поскользнулся Адамс. И тут же с мячом баскетболисты. Перехватил Адамс. Фрейзер накрывает его, но успевает Адамс. И счет становится 19-11. Тайм-аут вынужден взять Аудрюс Прокурайтис.
2:55 до окончания четверти. Недоволен действиями своих игроков Прокуратис. Четыре командных замечания у Днепро Азот. Два командных у Кривбас Баскет. 2:55 до окончания четверти. Закончился минутный перерыв. Днепроазот без изменений. Кривбас Баскет тоже без изменений. Балашов. Трехочковая попытка не точно. Пол Буб на подборе. Адамс разгоняет атаку. Кривбас Баскет. Кораблев заслон. Фрейзер. Вновь зонная защита. Дмитрий Кораблев не точен на подборе. 15 номер. Сэм Мелдроу. Девенфорд. Гуртовой средний бросок. Точно. 19-13. Впереди Кривбас Баскет. Конев с мячом. Адамс. Фрейзер. Кораблев. Адамс. Идет проход. Два очка. Через Мелдроу. Выпрыгнул и одной рукой в прыжке. Дариус Адамс увеличивает разрыв в счете. 21-13. Кривбас Баскет. Вновь Гуртовой не точно. Свои. Владимир Конев подбирает мяч. Идет проход. И теряет мяч Владимир Конев. Девенфорд. Два очка. Детские ошибки в исполнении криворожан. 21-15. Минута 20 до окончания первой четверти. Кораблев. Блокшот. Фрейзер. Не точно. Кораблев не забивает этот мяч. 24 секунды есть владения у криворожан. Фрейзер. Два очка в прыжке. 23-15. Дариус Адамс выполнил наброс. И два очка, не приземляясь в прыжке. Винсон Фрейзер делает счет 23-15. 8 очков преимущества криворожан. Девенфорд с мячом. Закончилось время атаки у днепродзержинцев. Дариус Адамс. А я думаю, до конца буду держать мяч криворожане. Кораблев, Адамс. 6 секунд осталось владеть мячом. 2 очка Дмитрия Кораблева. Персональное замечание Конева. 4 секунды. Замена у команды Кривбас Баскет. 4 секунды до окончания первой четверти. Вместо Фрейзера, вместо Кораблева на площадку вышел Вадим Микинин и Лазар Трифунович. 4 секунды осталось владеть мячом в этой четверти. Персональное замечание Вадим Микинин. Тактический фол. Это четвертое командное замечание у криворожана. 1,5 секунды до окончания
первой десятиминутки. Два очка. 25-17. Таков результат после первых 10 минут. 2 минуты перерыв. Мы с вами станем свидетелями выступления группы поддержки команды Кривбас Баскет. Пока команды выходят на паркет, разрешите ознакомить вас с статистическими данными. Самым результативным в обеих командах является Дариус Адамс. На его счету 15 очков. 6 очков у Владимира Конева. И у команды гостей Днепроазот Сэм Мелдроу. Отличился 7 очками. Из 5 трехочковых команда Кривбас Баскет забросила 2. У команды Днепроазот показатель немного хуже. 1-4. Владимир Коня ведет проход. Выполняет бросок. Персональное замечание. Персональное замечание. Двадцать четвертому номеру Рональду Дэвису. Это первое замечание у Рональда. Владимир Конев. Первый бросок точен. И второй бросок в исполнении Владимира Конева точен. 27-17. 10 очков преимущества криворожан. Эрик Девенфорд. Против него Вадим Мякинин. Максим Балашов. Александр Тищенко. Вновь Девенфорд. Идет в проход. 2 очка. А левой рукой полукрюком Эрик Девенфорд сокращает разрыв в счете. Адамс. Трифунович. Посмотрите, какая борьба за мяч. С мячом остается... Персональное замечание Александру Тищенко. С мячом остались криворожане. Неприятное столкновение головой Максима Балашова и Лазара Трифуновича. Герберт Поуп будет выполнять 2 штрафных броска. Первый точен. 28-19 впереди Кривбас Баскет. Два командных замечания имеют непродержинцы. 29-19. Все тоже преимущество в 10 очков Кривбас Баскета. Вадим Мякинин. Против него Девенфорд. Идет в проход. Сносит мяч. Мелдроу. Тищенко. Трехочковая попытка Тищенко. Не точно. Мякинин на подборе. Передал мяч Адамсу. Герберт Поу получает мяч.
Два очка. Неимоверным разворотом между двух защитников Днепро Азота проскользнул Герберт. И счет становится 31-19. Вадим Микинин нарушает правила на Эрике Девенфорте. Замена у команды Днепро Азот. Вместо Мелдроу на площадку возвращается Владимир Гуртовой. Тищенко с мячом. Дэвис. Гуртовой. Девенфорт. Прыжок с мячом. Пробежку фиксирует Владислав Исаченко. Мне показалось, был прыжок с мячом. Но пробежку показал Владислав Исаченко. И вновь криворожане с мячом. 8 минут до окончания второй четверти. Владимир Конев. Трифанович. Адамс. Трехочковая попытка Адамса. Точна. 34. Сколько очков сегодня забил Адамс? 34-19. После первых 10 минут у него уже было 15. И вот вновь трешечка. Максим Балашов, Тищенко. Выбивает мяч у него Герберт Поуп. Микинин. Двадцать одна секунда владеть мячом остается криворожанам. Адамс. Микинин с мячом. Трифунович. Герберт Поуп. Адамс. Вновь два очка. Тайм-аут. 36-19. И вновь тайм-аут. Аудрюс Прокурайтис. 17 очков преимущества Кривбас Баскета, естественно, заставляет тренера Днепродзержинцев менять ход игры, менять игроков. Никак не ожидали мы с вами, уважаемые любители баскетбола, что Кривбас Баскет так резво начнет сегодняшнюю встречу. Чемпионат Суперлиги 2012-2013 года собрал очень ровных участников. Каждая из команд, занимая последнюю строчку или первую строчку турнирной таблицы, может составить конкуренцию любой команде. И вот сегодня как-то неожиданно с таким разрывом Кривбас Баскет побеждает пока Днепро Азот. 17 очков после 13 минут матча. Согласитесь, как-то даже нелогично. Девенфорт с мячом. Владимир Гуртовой, вновь Девенфорт. Балашов делает забегание, трехочковая попытка, точно. 36-22. Адамс, Микини. Не точно, на подборе Мелдроу. Девенфорт. Подбирает мяч Лазар Трифунович. 6:30 до окончания второй четверти. Пока все складывается удачно для гостей. Заслон от Поупа. Владимир Конев. Остановка. Средний бросок. Точит Владимир. 38-22. Девенфорт. Два очка. Не подстраховал Трифунович. Микинина. И Девенфорт сокращает разрыв в счете. Адамс с мячом. Трифунович. Вновь Адамс.
Заслон от Поупа. Идет проход, показ. Посмотрите, как обманул сейчас двоих нападающих. Адамс. А это уже быстрый прорыв в исполнении Балашова мы увидели с вами. 40-26. 5-20 до окончания четверти. Заслон от Поупа. Два очка. И вновь Адамс. Очень результативен сегодня Дариус Адамс в составе Кривбас Баскет. Вадим Мякинев, против него Дэвенфорд. Балашов с мячом, идет проход. Персональное замечание Дариусу Адамсу. И замена у команды, у обеих команд. На площадке появляется Сильковский. Панченко Александр и 17 номер Александр Тищенко. У команды Кривбас Баскет на поле вновь вышел Винсон Фрейзер. Тищенко с мячом, 2 очка и фол 11 номеру Владимиру Коневу. Тайм-аут. Вынужден взять Карлис Мужниекс. 42-28, 4-49 до окончания четверти. Три командных замечания у Криворожан и два у Днепроазот. Закончился минутный перерыв. Команды возвращаются на площадку. У обеих команд без изменений. Александр Тищенко будет пробивать еще один штрафной. Вы помните предыдущий эпизод. Нарушил правила Владимир Конев. Александр Тищенко точен. 42-29. Винсон Фрейзер с мячом. Против него Балашов. Трифунович получает передачу. Мякинин центрит против Панченко. Фрейзер, Поуп. Против него Тищенко. Пробежка. Пробежку фиксирует Виктор Бажинар. 4:30 до окончания четверти. Александр Панченко с мячом. Против него Мякинин. Балашов. Тищенко. Трехочковая попытка. Не точно. Владимир Конев на подборе. Винсон Фрейзер. Мякинин забрасывает мяч полку. И вновь не точно. Но ошибаются баскетболисты из Днепроазот. И второй раз Мякинин не смог отдать точную передачу полку. Вот проблема. Отдать передачу. Мелдроу идет проход. 2 очка. 42-31. Кривбас Баскет впереди. Трифунович. Поуп. 2 очка. Опоздал занять позицию Александр Тищенко. Поуп получил передачу под щит и воспользовался этим моментом. 44-31. 3:20 до окончания четверти. Персональное замечание Трифуновичу. Задержка показывает Владислав Исаченко. У команды Кривбас Баскет замена. Вместо Поупа и Мякинина на площадку впервые в сегодняшнем матче выходит Вячеслав Череповский. И несомненный лидер по забитым очкам Дариус Адамс вновь на площадке. Балашов не точно.
Вячеслав Череповский подбирает этот мяч. 3-10 до окончания четверти. Вновь Адамс. 3 очка. Ну, сегодня очень активен Дариус Адамс. Все, что не бросил, все забил. 47-31. 2:55. Александр Тищенко. Тельковский. Мелдроу. Мелдроу идет в проход. 2 очка. Очень легко и просто разобрался он с Трифуновичем. 47-33. 2:35 до окончания четверти. Вновь Адамс. Ждет заслон. Заслон от Череповского. Стоят партнеры. 8 секунд. 7 секунд. Фрейзер. Неточен бросок. Трифунович. Персональное замечание в нападении. Толчок показывает Владислав Исаченко. И вновь на площадку вместо Трифуновича Поуп. А это уже 5-е командное замечание. Пробивных 2 штрафных броска в исполнении Александра Панченко. Мы сейчас с вами увидим, уважаемые любители баскетбола. 47-33. А Аудрюс Прокурайтис готовит еще одну замену. Алексей Чигринов в скором времени должен появиться на площадке. Александр Панченко точен лишь был в одном броске. Вместо Максима Балашова на площадке Алексей Чигринов. Адам с мячом. Против него Панченко. Вячеслав Череповский. Фрейзер. Оу! Персональное замечание. 21 номер. Игорь Сельковский. В очень грубой форме нарушает правила. Но неспортивный фол судьи не дали. Пол пробивает 2 штрафных броска. Первый бросок точен. 2:05 до окончания четверти. Второй не точен. На съеме. И теряют мяч. Сняли мяч. И 15 номер. Сэм Мелдроу потерял мяч. С мячом криворожане. Адамс. Фрейзер с мячом. Против него Чигринов. Идет проход. Фрейзер отдает передачу Коневу. Череповский. Не точно. Фрейзер. Чигринов нарушает правила. Задержка игрока. Это 4-е командное замечание у Днепро Азот. Сбоку показывают судьи. Вячеслав Череповский, Адамс. Панченко подбирает мяч. Идет проход на дроу. Персональное замечание 23-му номеру Вячеславу Череповскому. Тактический фол совершил Вячеслав Череповский. И Сэм Мелдроу становится на линию штрафных. Минута 34 до окончания второй четверти. 48-34. Сэм Мелдроу. Первый бросок точен. И второй бросок в исполнении Сэма приносит результат. Владимир Конев получает мяч, отдает Дариусу Адамсу. Против него очень активно защищается Александр Панченко. Поуп с мячом. Тищенко проиграл. Проиграл, конечно. Накрутил его Герберт Поуп. И счет у нас 50-36. Дариус Адамс обокрал Панченко. Фрейзер. Череповский. 3 секунды.
Замена у команды Кривбас Баскет. Виктор Кондратовец на площадке вместо Владимира Конева. И у команды Днепро Азот на площадке вновь Владимир Гуртовой. Заменил он Александра Тищенко. Последняя минута второй четверти. Мелдроу. Гуртовой. Персональное замечание. Поуп. Два штрафных. Владимир Гуртовой. А Герберт Поуп тем временем получает второе персональное замечание. Владимир Гуртовой. Первый бросок точен. 50-37. 50-38. 50 секунд осталось до окончания второй четверти. Адамс. Фрейзер. Двухочковая попытка не точно. Подобрали мяч Вячеслав Череповский. И вновь 24 секунды. Заслона Поупа. Адамс. Поуп. Не точно. Мяч вновь остается у Криворожан. 10 секунд осталось до окончания четверти. Я думаю, Адамс будет завершать эту атаку сам. Трехочковая попытка Адамса не точно. Закончилась вторая четверть со счетом 50-38. Впереди Кривбас Баскет. Перерыв.
Мы вновь с вами, уважаемые любители баскетбола, находимся в Криворусском национальном университете на матче команд Кривбасбаскет Днепро Азот. После двух четвертей 50-38 впереди хозяева площадки. А я хочу вас ознакомить со статистикой, немножко статистических данных. Самым результативным игроком сегодняшнего матча после двух четвертей является Дариус Адамс. Кривбасбаскет. На его счету 25 очков. 10 очков набрал Владимир Конев. И у наших гостей 13 очков Сэм Мелдроуд и 7 очков Максим Балашов. Из 12 трехочковых попыток 4 были точны у криворожан. И из 8 2 у наших гостей. В целом, с самого начала преимуществом владеют баскетболисты Кривбасбаскет. И вот сейчас Вивер пытался крюком выполнить передачу, но Герберт Поуп накрыл его. Поуп получает мяч, пытается продавить и забивает. Очередные 2 очка, 52-38. 9 минут до окончания третьей четверти. Впереди Кривбасбаскет. Девенфорд. Вивер вновь с мячом. Дэвис. 2 очка. 52-40. 12 очков преимущества баскетболистов Кривбасбаскет. А вот с мячом самый результативный игрок сегодняшней встречи Дариус Адамс. Поуп с мячом. Целый ряд обманных движений. И мячом будут владеть вновь баскетболисты Кривбасбаскет. 3 секунды осталось на владение у криворожан. Адамс бросает мяч. Фрейзер. Трехочковая попытка не точно. И на подборе Владимир Конев. Есть 24 секунды у криворожан еще на атаку. 8 минут осталось до окончания четверти. Максим Балашов нарушает правила на Винсоме Фрейзере. Это второе командное... Нет, извините, первое командное замечание в этой четверти у баскетболистов Днепро Азот. Адамс, не точно, Поуп двумя руками сверху, 54-40. Чувствуется, набрал форму Герберт Поуп. Очень прилично выглядит он в сегодняшнем матче. Максим Балашов. Мелдроу. Не точно. И тут же на подборе он сам и добивает эти 2 очка. 54-42. 7:20 до окончания четверти. Не поставили спину сейчас баскетболисты Кривбасбаскет. Конев. Фрейзер. Владимир. Я извиняюсь. Дмитрий Кораблев добивает. Мяч в прыжке. 56-42. 7 минут до окончания четверти. Девенфорд. Вновь Девенфорд получает передачу. 3 очка. 56-45. Сократили немножко разрыв в счете баскетболисты Днепро Азот. Адамс. Кораблев. Идет проход Дмитрий. Не точен. Бросок Дмитрия полукрюком не точен. Уж очень как-то неуверенно Дмитрий выполнял этот проход. Дэвис с мячом. Девенфорд. Девенфорд. 56-47. 9 очков преимущества криворожан. 6 минут и 5 секунд до окончания третьей четверти. Адамс с мячом. Винсом Фрейзер делает забегание, отдает передачу Кораблеву.
Кораблев. Полукрюк. Вновь полукрюк. И вновь не точно. Максим Балашов. Максим Балашов идет проход. Не точно. Овладели мячом баскетболисты Днепроазот. Мелдроу. Девенфорд. При помощи заслонов пытаются баскетболисты Днепроазот освободить своих игроков. Тайм-аут Карлис Мужникс. А тем временем Девенфорд 2 с фолом. И счет у нас становится 56-49. Тайм-аут вынужден взять Карлис Мужникс. Рановато успокоились баскетболисты Кривбас Баскет. 15 минут еще и 19 секунд чистого времени будет длиться этот матч, а счет у нас сократился до 7 очков. Тем интереснее будет нам с вами наблюдать за действиями игроков обеих команд. Вы видели на своих экранах группу поддержки команды Кривбас Баскет. Команды вновь возвращаются на площадку. Вместо Поупа на площадку вышел Вячеслав Череповский. И вместо Дмитрия Кораблева Лазар Трифунович. У команды Аудрюса Прокурайтиса без изменений. Эрик Девенфорд будет пробивать еще один штрафной бросок. И счет у нас становится 56-50. Впереди Кривбас Баскет. Череповский, Конев. Фрейзер. Идет проход Фрейзер. Отдает мяч Трифуновичу. Не точно. Владимир Конев на подборе. 2 очка. 58-50. Владимир Конев овладел мячом под щитом соперника и забил. Очень нужные 2 очка сейчас для Кривбас Баскета. Девенфорд. Дэвис с мячом. Милдроу. Вновь Девенфорд. Не точно. Адамс с мячом. Останавливает Адамса 45-й номер Эрик Девенфорд фолом. И это первое замечание у Девенфорда. А на площадку вместо Дэвиса вышел Игорь Сельковский. Адамс. Череповский. Вновь Адам с мячом. Трифунович. Накрывает Трифуновича кто-то из игроков Днепроазот. 4 минуты до окончания четверти. Мелдроу идет проход. Теряет мяч. Нет, все-таки достает его Балашов. 9 секунд осталось владеть Днепроазоту мячом. Сбоку Девенфорд будет вводить мяч в игру. Мелдроу. Девенфорд. Вивер. Сельковский. Против него Череповский. Закончилось время на атаку. Не сумели баскетболисты Днепроазот завершить в отведенные 24 секунды
бросок. И вновь криворожане начинают очередную атаку. Адамс. Владимир Конев. Против него Сельковский. Перехват от Балашова. Не точно. Не сумел забить 2 очка Балашов. Персональное замечание Сельковский. Это третье командное замечание. ...3.24 до окончания четверти. 19 секунд осталось у криворожан владение мячом. Владимир Конев. Сельковский против него. Продавливает Владимир. Фол и 2 очка. Продавил Владимир Конев Сельковского. Забивает 2 очка. Фолом 60-50. И Владимир Конев на линии штрафных. 4 командных замечания имеет Днепро Азот. 61-50. Впереди Кривбас Баскет. Посмотрите, какая борьба идет. Вновь перехват. Адамс. Персональное замечание Девенфорд. Это второй фол у Девенфорта. Пятое командное замечание. 61-50. Дариус Адамс на линии штрафных. Александр Панченко вышел вместо Девенфорта. Адамс. 62-50. 63-50. Не мажет сегодня Дариус Адамс. Панченко с мячом. Сельковский. Балашов. Трехочковая попытка не точно. Лазар Трифунович на съеме. Адамс. Вновь трехочковая попытка. И вновь точно. Какие-то чудеса творит сегодня Дариус Адамс. 66-50 и вновь 16 очков преимущества Кривбас Баскет. Буквально за несколько минут криворожане сумели увеличить разрыв в счете с 5 очков до 16. Это говорит о проблемах в защитных действиях наших гостей. И минутный перерыв. Аудрюс Прокурайтис. Команды возвращаются на площадку без изменений у обеих команд. Максим Балашов будет вводить мяч. Панченко с мячом. Против него Фрейзер. Персональное замечание Винсон Фрейзер. Второй командный фол. И второе командное второе замечание у Винцома. Панченко, Балашов. Сельковский выбегает из-под заслона, получает передачу. Мелдроу против Вивера. Череповский. Не дает он. Балашов. Вячеслав Череповский. Персональное замечание. За удар по руке Владислав Исаченко. Вивер на линии штрафных.
А тем временем вместо Максима Балашова на площадку выходит Алексей Чигринов. Вивер точно. Первый бросок не точен. 2 минуты и 4 секунды осталось до окончания третьей четверти. И второй бросок не точен. Лазар Трифунович подбирает этот мяч. Адамс. Адамс с мячом. Против него Александр Панченко показывает номер комбинации. Посмотрите, как владеет мячом этот баскетболист. Сглазил я, наверное, Дариуса Адамса. Поскользнулся, упал он и потерял мяч. Зону зафиксировали судьи. Вместо Вивера на площадку возвращается Владимир Гуртовой. Чигринов. Сельковский. Вновь Гуртовой. Сельковский. Трехочковая попытка. Точно. 66-53. Адамс. Фрейзер. Идет проход. Два блокшота. Два блокшота в исполнении Мелдроу. Панченко. Не точно. Владимир Конев на подборе. Великолепно защищался сейчас Мелдроу. Лазар Трифунович два раза попал под блокшоты. Владимир Конев против Сельковского. Пытается продавить Трифунович. Персональное замечание Владимиру Гуртовому. Судьи засчитывают 2 очка. И Лазар Трифунович будет пробивать еще один бросок. Девенфорд вместо Александра Панченко. 45,6 секунды до окончания третьей четверти. 68-53. Лазар Трифунович не точен. Мелдроу. Чигринов, Гуртовой. Сельковский. 2 очка. На показе обыграл Сельковский сейчас Фрейзера. 68-55. 15 секунд до окончания четверти. До конца будут держать мяч баскетболисты Кривбас Баскет. Адамс. Проход. Снос на Череповского. Вячеслав Череповский. Не точно. Заканчивается время. 68-55. Впереди Кривбас Баскет после трех четвертей.
Статистические данные. Команда Кривбас Баскет. Дариус Адамс после трех четвертей 30 очков. Владимир Конев 15 очков. И 13 очков Герберт Поуп. Из 15 трехочковых 5 были удачными. У команды Днепроазот 16 очков Эрик Дэвинфорд и 17 очков Сэм Мелдроу. Из 12 трехочковых попыток 4 были удачные. Вот то, что сегодня приопределяет исход сегодняшней встречи. Герберт Поу против Гуртового. И вновь на подборе Герберт Поу. Истекло время владения мячом. И мяч передают Днепроазоту. 9:30 до окончания четверти, 68-55. Серковский. Гуртовой. Одной рукой сверху. 68-57. Адамс. Безусловный лидер сегодня Кривбас Баскета. 8 секунд осталось владеть криворожанам мячом. Винсон Фрейзер вводит мяч. Дариус Адамс. Конев. Не оставалось времени у Владимира, и он с расстояния 9 метров выполнил бросок. Естественно, бросок не достиг цели. А тем временем Гуртовой приносит своей команде 2 очка. 68-59 за 8:30 до окончания четвертой четверти. И ничего еще не ясно в сегодняшней встрече, уважаемые любители баскетбола. Адамс. Трифунович. Теряет мяч Трифунович. Персональное замечание Адамса на Чигринове. Остановил он быстрый проход Алексея Чигринова. Замена у команды Кривбас Баскет. Вместо Трифуновича на площадку возвращается Дмитрий Кораблев. Девять очков преимущества Кривбас Баскет. Мелроу. Сельковский. Мелроу. Дэвенфорд. Пробежку. Пробежку фиксирует Владислав Исаченко. И мячом будут владеть криворожане. Вновь неутомимый Дариус Адамс. Давненько мы не видели результативных таких игроков, как в сегодняшней игре. Пол не смог обыграть Владимира Гуртового. Целый ряд обманных движений, но Володя имеет громадный опыт. А вот теперь Владимир Гуртовой добивается успеха. 68-61 за 7 минут и 10 секунд до окончания четвертой четверти. Вновь сократили счет баскетболисты Днепроазот. Надроу на подборе. Дэвенфорд. 2 очка. Тайм-аут. Тайм-аут. Карлис Мужникс. 68-63. Точно так же, как пропустили, точно так же и отыграли днепродзержинцы свои очки. Вновь 5 очков разница. Несколько неудачных атак Кривбас Баскет. И счет становится 68-63.
А это говорит о том, что последние минуты матча у нас будут очень и очень напряженными. Следующую игру команда Кривбас Баскет проведет 17 марта. В 19:00 Кривбас Баскет будет принимать одного из лидеров Суперлиги, баскетбольный клуб Азовмаш. Это последняя домашняя игра у криворожан. У Кривбас Баскет без изменений. Точно так же, как и у Днепро Азота. Мячом будут владеть криворожане. 6:52 до окончания четвертой четверти. Дмитрий Кораблев. Винсон Фрейзер. Поу получает передачу. Пытается обыграть. Фол в нападении. Фол в нападении. Фиксирует Владислав Исаченко. Умело подставился Владимир Гуртовой. И с мячом Девенфорд. Два командных замечания у криворожан уже в этой четверти. Девенфорд идет в проход. Блокшот получает от Поупа. Адамс с мячом. Адамс идет в проход. Кораблев. Конев. Средний бросок Владимира. Точен. 70-63. Уверенную игру сегодня демонстрирует Владимир Конев. Сельковский. Извиняйте, это Чигринов. Не точен трехочковый бросок Алексея Чигринова. И вновь Адамс с мячом. Фрейзер. Персональное замечание Чигринова. Это первое замечание командное. Второе персональное у Чигринова. И замена вместо Чигринова. Возвращается на площадку Балашов. Максим Балашов, капитан команды. Поуп, Адамс. Кораблев. Трехочковая попытка. Три очка. Три очка Дмитрия Кораблева. 73-63. Плюс 10 для Кривбас Баскет. Пробежку. Пробежку фиксируют судьи у Гуртового. Винсон Фрейзер вводит мяч. Адамс. Два очка. Ну просто чудеса творит сегодня Дариус Адамс. Неудержим. Неудержим Адамс. 75-63. Тайм-аут. Аудрюс Прокурайтис. 5 минут у нас до окончания четвертой четверти. 12 очков преимущества Кривбас Баскет. Закончился минутный перерыв.
Команды возвращаются на паркет. Вместо Гуртового на площадку вышел 23-й номер Дэвид Вивер. Мокрев Бас-Баскет без изменения. Максим Балашов. Мелдроу. Вивер против Поуба. Пытается продавить. Неточно. Снимает мяч Криворожане. Адамс овладел мячом. Маленький Адамс подбежал и забрал мяч после борьбы высокорослых. Фрейзер с мячом. Идет проход. Поуб добавляет. 77-63. Сумели заблокировать бросок Фрейзера высокорослые игроки Днепро Азов. Но Поуп пришел на помощь своему товарищу по команде и добил этот мяч. Сельковский с мячом. Девенфорд. Против него Конев. Идет проход. Не считать этот бросок. Истекло владение 24 секунд. Не успели баскетболисты Днепро Азот завершить свою атаку. Вместо Сельковского на площадку возвращается 24 номер Рональд Дэвис. Конев, Адамс. Владимир Конев. Набрасывал мяч ему Адамс, но среагировал на этот бросок Вивер и вновь с мячом баскетболисты Кривбас-Баскет. 11 секунд осталось владеть мячом. Адамс. Пол. 2 очка. 79-63. Посмотрите, как резко меняется у нас счет. Уже плюс 13 для Кривого Рога. 3:15 до окончания четвертой четверти. Какая борьба идет за место под солнцем. Посмотрите, Поу против Вивера. Пробежку фиксирует Сергей Николащенко. Криворожане с мячом. Адамс. Конев. Адамс. Заслон от Кораблева. Адамс. Кораблев. Смахивает мяч. Мелроу. Мелдроу с кольца. Девенфорд. Адамс. В очередной раз обокрал. И двумя руками сверху. Еще тайм-аут. Еще тайм-аут просит Аудриус Прокурайтис. 81-63, плюс 18 для Кривбас-Баскет. Буквально несколько минут было 5 очков преимущества Криворожан. И казалось бы, можно было побороться за победу Днепро Азоту. Но целый ряд неудачных действий в нападении привел к тому, что счет у нас 81-63. И я думаю, нет у Днепро Азота шансов в этой игре стать победителями. Закончился минутный перерыв. У команды Кривбас-Баскет замены. На площадку вышел Виктор Кондратовец и Вячеслав Череповский. И у наших гостей полностью пятерка украинских баскетболистов. Ярослав Кадыброх впервые сегодня. Кадыгроб впервые появился сегодня на площадке. Панченко, Кадыгроб,
Тищенко, вновь Панченко. Заслон от Гуртового. Гуртовой получает мяч. Не точно Полк с мячом. Адамс. Я думаю, что Аудриус Прокурайтис смирился с поражением и решил задействовать украинских игроков всех, дать ребятам почувствовать площадку. Персональное замечание Тищенко. Замена у команды Кривбасбаскет вместо Конева и Адамса. Нет, и Поупа. Вышел Микинин. И нет, все-таки вместо Адамса вышел Артур Хачатурян и Вадим Микинин. Виктор Кондратовец. 3 очка. 84-63. 21 очко. Преимущество криворожан. Панченко. Персональное замечание Хачатуряну фиксирует Сергей Николаченко. У команды Кривбасбаскет замена. Вместо Поупа на площадку выходит Валерий Анисимов. Александр Панченко. Первый бросок не точен. Минута 44 до окончания матча. Второй бросок точен. 84-64. 20 очков преимущества Кривбасбаскет. Вадим Микинин. Артур Хачатурян. Вновь Микинин с мячом. Как же ж так. Какая передача в чужие руки была от Вадима Микинина. Вячеслав Череповский не точно. Виктор Кондратовец на подборе. Вадим Микинин вновь с мячом. Вадим Микинин идет в проход, выбивает мяч у него Алексей Чигринов. Третье командное замечание и третье у Алексея Чигринова. Минута 9 до окончания четверти. Валерий Анисимов получил мяч. Артур Хачатурян. Двухочковая попытка Артура не точно. Александр Панченко. Персональное замечание Артуру Хачатуряну. Тактический фол Артура. Один мяч сбоку показывают судьи. 55,4 секунды до окончания матча. А я напомню вам, уважаемые любители баскетбола, что следующую домашнюю встречу команда Кривбасбаскет проведет 17 марта, принимая баскетбольный клуб «Азовмаш», город Мариуполь. Начало матча в 19:00. Артур Хачатурян. Вячеслав Череповский, Микинин, Валерий Анисимов против Гуртового. Нарушает правила Владимир Гуртовой. Это четвертое командное замечание у Днепру Азот. 14 секунд на владение у Кривбасбаскет. Валерий Анисимов. Двухочковая попытка. Аэрбол. Александр Панченко. Идет проход. Против него Валерий Анисимов. Не забивает Панченко. Микинин с мячом. Александр Тищенко нарушает правила, выталкивая за пределы площадки Микинина. Два штрафных в исполнении Вадима мы сейчас с вами увидим. А счет у нас 84-66. За 18,9 секунды до окончания четвертой четверти. Первый бросок Микинина не точен. И второй бросок не точен. Теряет мяч
Александр Тищенко. И мячом будут владеть баскетболисты Кривбас Баскет. Артур Хачатрян будет вводить мяч в игру. Микинин. Против него Панченко. Валерий Анисимов. В окружении троих. Да, по очкам. Растолкал Валерий всех и приносит своей команде очередные два очка. Персональное замечание Артура Хачатуряна. За 4,6 секунды до окончания матча Александр Панченко будет пробивать два штрафных броска. Первый бросок не точен. Второй бросок точен. 4,6 секунды до окончания. Виктор Кондратовец. Закончилась встреча в Кривом Роге. 86-67 победил Кривбас Баскет. Мы поздравляем криворожан с победой. А вам, уважаемые любители баскетбола, весеннего настроения. Любите баскетбол. Всего наилучшего. До новых встреч.